Привет, YouTube! Вот и закончился наш сезон, и впереди только чемпионат мира. Сейчас вы посмотрите очередную потрясающую серию в Корее. Но перед этим я вам напоминаю, а то вы что-то расслабились. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, писать комментарии и подписываться на канал, учитывая замедление и вот это вот все. Поддержка канала действительно очень нужна. Плюс подписывайтесь на Telegram. Скоро чемпионат мира. Чемпионат мира буду транслировать на Твиче. И в ВК-плее на Твиче, к сожалению, картинку нам, как обычно, не дали, но на ВК-плее все будет с картинкой. Все анонсы будут в Телеграме, все новости есть в Телеграме. Плюс еще идет сейчас турнир KSI, где всякие стримеры играют место в разлива, и я его комментирую вместе с Файком с Шорти, вместе с Солари, вместе с Хапизергом. Приходите тоже и на трансляции туда. Все анонсы, когда я комментирую и так далее, тоже будут в Телеграме. Приятного просмотра. Еле встал, пиздец. Еле встал. You так, really just snipe the recall cancel from a distance. Что у нас происходит? У нас Стивен против Тигра. У нас матч за выход на World. Последний. Самый последний матч за выход на World. Последнюю команду сегодня определяем. И у нас Telecom Wars. У нас Дев против Пейкера. Возможно, в последний раз друг с другом встречаются, потому что два лишних сезона уже успел сыграть Дев после того, как карьеру собирался заканчивать, а армия это никуда не делась. И карьеру это надо будет рано или поздно заканчивать. И, возможно, как раз и сейчас. Так, у нас что-то подсвапали. Это Сена саппорта Берила. Вейн топ для Зиуса. И 2 килла для себя Гум получил где-то. Реплей вроде еще не показали этого момента, поэтому я надеюсь, нам покажут. Как у нас 2 килла этих Гума для себя получил. Всемку, доброе утро, Сенчат. Доброе утро, всем. А, до крипов левел 1, все, понял. Так, Конер. Поймали Берила. Берил просто умер. Кильч первый для Зиуса. Зиус еще при этом плюс 20 над Ксанте. Ксанте стоит на боте в Зигса. Что-то пока какое-то супер пиво у Пики. В этой карте. Так, перфект. Прям Зиуса. Зиус. Не раскайтит это. Тусик. Нормально. Берил. Потеряли чуть-чуть. Конер цепанул. Есть ультимейт. Берил флэш. BDD. Уланит Фейкера. Больно очень BDD. Берил сейчас умереть за это может. Ульта Гумы. Не достал. Берила все равно били. Приходит перфект. Перфект цепляет Скарнера. Скарнер флэшаут. На Ешке вышел. Там песик. Песик. Есть слип. Но он не может сыграть их тут четверо. Это просто еще один килл для Тиван. 4000 на 12 лид. 4000. Гадем. Ой, Деф. Слыша, Керри играет. И Деф-то забирает Керри. Окей. Гума скоро вышку заберет. Так, песик. Там на топе играют по Зусику. Зусик на ульте пытается выйти. Так, Зусик вышел. А там сейчас Берил умрет просто от Керри. Керри один на один сейчас Берила убьет. Керри убил Берил один на один. Ладно, Керри убьют в размен. Но он мог и выйти, но ему очень хотелось свой соло-килл забрать. Оп, цепанули Берила. Берил еще раз умер, 0-4. Флэша, подслипали Гуму. Гума флэшаут. Гума умер. Окей, 15 пластин все-таки не будет. Еще и Онер куда приехал. Еще и замедлили Онера. Онер тоже умрет. Позалили пару киллов Тиван. Отдают еще и Герольда сверху. Ну, на камбэк пока не похоже. Там все равно 5000 лит почти на 14. Так, Кири. Ты один пока. А, ты пэдл, Зиус. Зусик прилетел, минус дефт, Фейкер цепляет хорошо песика. Песик тоже умирает, BDD пытается разменяться, кондем хороший. Еще и Керри стадит, они не дают играть в игру BDD. Зиус,
Туннелит BDD, Зиус, еще одна авто, буквально живет BDD. Пошла Фиеста. Два на боте идут. Все еще есть 4 личинки, все еще есть Зикс. Вышка падает очень быстро. Сачел, взорвали, Т2 взяли на боте. Гума еще с телепортом играет. Гума в теории может в темпе... Ну, либо мид просто отпушить ему на софтоп, либо... Можно будет там ТП дать на эту урод. Так, Зустик доджит. Героя забирают. Поехали дальше пушить. Опа, Зуса поймали. Зус, флэш. Подслипали еще. О, Керри сбивает! Керри сбивает песика, но все равно Зюсика добрали. ТП сюда от Фейкера. Фейкер ультит, песик уходит в Джоню. Приходит Перфект. Фейкер никого не добивает здесь. Но там пачка подходит. Они могут просто по вышке сыграть опять. Куда столько урона у Тикса? У него 2,5 предмета на 20-й. Он 3-1, у него 200 крипов на 19-й. Он забрал вышку с фулл пластинами на боте. Вышка практически с фулл пластинами на миде. Еще несколько пластин на топе. У него денег там просто пиздец. Ебать, ульта Берилу прилетела почти на фулл столб. Берил вышел пока. Подпушивают пачку на миде на топе. Смещается Гума в топсайд. Тут еще один вейв сейчас будет. Оп, песику прилетела пушечка. Так, ну сейчас вышка вроде падает. Так, а там Ксанта в спине. Зюз ТП. Перфект. Керри пока стопает Перфекта. Онер вышел. Фейкер вышку поставил. Окей, задефались. Зюсик все еще здесь. Так, там Герольд едет. Сачел есть? Ну, по-моему, это если так вышка падает, да. Последнюю Т2 сняли. Герольда можно еще и в Т3 стукнуть. Оп. Хорошо, стукнули. Т3 почти мертвая. Там BDD с Фейкером дуэлится. Фейкеру больно. Заходят на Т3. Т3 сняли с Зиксом. Кушка по троим. Как больно прилетела. Все, халява. Так, на Шару стартанули. Но Кити... Но они не пройдут. Там просто Керри с Гумы не пустят. Одна кушка песику на пол хп прилетела. Ульта еще сверху. Там на Шору пал, летит Перфект. Ну, надо обратно уходить. На Шорчика Тивон забрали. 25 минут. 10 тысяч лит. BDD. Только пробил Фейкера. Там по боту пушит Зиус. Керри поддавливает мидлейн. Гума ждет, когда на топе можно будет вышку забрать за две автоатаки. О, блядь, опять дефту прилетело больно. Так, ну все. Вышка на топе упала. Вышка на боте тоже падает. Минус ингип номер раз. Смещаемся на ингип номер два. BDD пока отпушил бот, но бот пачка еще одна подходит. О, Берил! Ваншот? Окей, ульту пока поддоджил, подхилился. Пейкер хорошо доджит. И Т3. Т3 упала. Онер. Так, там подслипали. Войну. Войну могут забрать. Зиус. Зиуса взяли. Один в одного размен. BDD 1 хп. Песик. Песика тоже взяли. Фейкер вперед играет. И BDD туда же. Керри забирает убийство для себя. Ингип последний забрали. ГГ. 26 минут. Просто отъебанная эта карта была, Тиван. Минус Т4 номер раз. Забрали дефта. Минус Т4 номер два. Легкая. Легкая карта номер один. Так, поехали. Вторая карта. Тиван теперь на красный. Азира забанили Кити. Вау. Как неожиданно. Че, Дикса был Тиван банить? Еще рамбл открыт.
Ну чё, Бард? Бард в левый драфт. I'm not really big fan of Bard here. I think Bard. Ну хуя тут Бард нужен, да? When you're playing into a mobile carries, you can set up an ult on them. Там 4 билистики, конечно. Не, ну. But there's so much dive threat here. Like as a Hard Engage, конечно, неплохой. С Вайс, Орном, с Бардом, с Зиксом. Yeah, it doesn't feel like there's a whole lot of Через два экрана просто. Или еще на своем скинчике может поиграть. Но на самом деле все равно, мне Драфтиван больше нравится. Натус в Кайсу Йоне прекрасный пик. Есть Вайз, Зикс, Орн в один таргет играть. Есть Барт на дизенгейдж. Четырех медичников, они все хорошо работают. Нет урона у Тиван? Это нормально там с дэмэджем. Рокки или нет? Я что-то не понял. После этой серии только Worlds впереди. Отработали весь сезон. Все отсмотрели. Так, Керия. Душит песик. Опа, ел одного рейнджа, второго. Хорошо. Подсвапали кити, да, получается, деф на топе. Так, Бума дерется с Берилом. Один на один. Ziggs, level one is not very strong. And here comes Beryl так. Again. That's another Подождите. Jump. Beryl, though, now with the wave coming in, Beryl is going to back away. Так как будто... Слыша, Берил играет, Гума успел флеш свой отдать. Хорошо, Гума. Среагировал. Так, Керия пришел. Берил, правда, левел 2. Но такое чувство, как будто с этого свапа не то, чтобы прям много хитов получили, нет? Пачку большую там доводит Perfect. Зиус ее примет телепорт, и никто на ТП не нажимал. Телепорт отдал деф. Гума, если что, может бэк ТПшнуть. По крипам чуть-чуть впереди деф, чуть-чуть впереди перфект. Ну так, песик на мид смотрит. Ну, ему делать больше нечего. Так, фейкер отдает гост, он без слыша играет, сайдстепает хорошо. Там Онер подходит, фейкер пытается выиграть время, Онер подсейвил. Но песика нормально пробили, правда, Онеру тоже больно. Как бы здесь Онер не погиб, но без слыша точно остался. BDD, слыша пытается доиграть, BDD, первая кровь. Для Йончика. И Онер отдал свою жизнь за фейкера. Так, баранчик пошел. Хорошо, сожрали перфекта. Даже флеш не нажал. Окей, есть кильчик для Тиван. Есть кильчик, есть дракончик, первый личинок отдали. Фейкер, правда, минус 35 от Йоны. И песик идет в бот. Но здесь, правда, есть вижен. Фейкер подожмется. Так, изучи. Дэвид будут. Керия на подсейве, тут ТП на бот. Вейва уже нету. Песик ультанул. Ой, стан от Керии хороший по дефту. Еще и нука под Зиуса. Ебать, добить дефта как-нибудь. Зиус вышел. Дефта убили. Берила тоже убьют. О, еще и на боте смогли забрать убийство для сети Ван. 3-1 по всей карте затрейдились. Какой дайв неудачный от Кити. Как разыграл Керия? Как же Керия спас вообще всю ситуацию? Так, ой, песик. Загуляли мы что-то. Онер без ульты, конечно. Но, по-моему, песика здесь не отпускают. Есть флеш у песика, ну как будто флеш тратить здесь не стоит. Онер, пушка, да, забрали песика. Еще килл для Тивон. Керия видит Берила. BDD, хорошо сайдстепает Керия, там баран в спине от Зиуса, неплохо. Триман энгейдж от Берила под эквалайзер и триман ульт от песика. Он просто поджарил их как шашлычок, но правда забрали Кайсу. Керия, ульт по троим. Там еще дэмэджа накинет Гума, но, по-моему, этого не хватит. Хотя Зиус пытается еще что-то сделать по песику с перфектом. Перфект живет, песик живет, все на одном хп выходит. И Гума тоже должен умирать. Гума! Гума! Минус Гума, минус 5 в пользу Кити. Какой файт! Как же шашлычок пожарил сейчас песик. Вот это вот. 3-0. И просто жарит их стоит. Это мем. Но все равно, даже учитывая, что так драка для Тиван проходила,
Им чуть-чуть не хватило, чтобы забрать тимфайт. Там Пёсик и Перфект на одном хп. Ну там BDD, правда, флоу был. Все равно KT выигрывали бы драку, но я имею в виду, что разменяться, конечно, получше могли Тион. Теории. Так, Тион просто вышку на боте забирают. Гума. Вышку на миде, да. Здесь отзонят, здесь вышка мертвая. ФВ Турта, Тион, по-моему, забрали первый. А, подождите, у нас до этого еще Турт упал. Да-да-да. Они тут Турт KT забрали. Так что это просто первая вышка для Тиван и вторая для Кити. Дракона никто не делает, ресетуют команды. Насколько лол в СНГ мертвый? Ну слушай, прилично мертвый. Но как будто и в последнее время кажется, что и не так все плохо. Так, дракончик. Дракончика забрал Пёсик. Берил, подчизить как-то, не получится. Но ТП сюда BDD вжал, фейкер может пофармить, дракон отдалить его не страшно для них. Полтора калит KT. Вышечка на боте стоит, которую можно забрать в теории. Вообще так-то KT на своих спайках желательно прям пофорсить, мне кажется. Что-то керри, флешстан. Блять, это Монер ультанул. Вы че... Керри ультанул от Орна вместе с Вай, 3 ман ульт от Пёсика. Эквалайзер хороший, ебать, это 1-1, тебе на шору только что подарили просто. Как же плохо они сейчас нажали кнопки. Это пиздец. Да, на шортик для KT. Да, еще ультазик со стазис был отрун. Так, Пёсик. Я думаю, пока вышел. Т2 забрали. Т2 на миде, ну тоже пост. Онер? Блять! Как все плохо. Но Перфекта Фейкер стакнул. Там поймал Бардосика Пёсик. Керри выигрывает время, Фейкера точно бьют. Керри тоже умрет. Минус Фейкер. Даблкил для Дефта. Дальше. Т2 на боте все еще стоит. Онер хотел флеш ульт в Дефта нажать и не дотянулся. Это пиздец. Так, Гума. Гума. Что мы тут делаем? Гума? Гума погиб. Я, наверное, никогда не видел, что BDD так не башит последние пару дней. Да не, BDD и до этого, там, и в том году, когда с KT они на чемпионство шли, был хорош. Так, Фейкер выбил флеш из Дефта. Там накрыл Бардосик. Ну и там некому сыграть ультазикса. Дефт живет, эквалайзер, онер битый. Ой, слыша, цепляет двоих, прекрасно, Пёсик. Минус два. Еще и Зиус подстрял. Зиус без флеша, Зиус умрет. Фейкер пытается вейв там украсть. Да, Фейкер вейв украл. Но там два крипа есть. Так. Берил. Там подходит BDD. BDD сейчас с ультой будет. Да, BDD с ультой. Фейкер, здорово. Оп, сайдстеп. Оп, сайдстеп. Попал BDD раз. Но капчик. И все-таки Фейкер... Погодите. Не, ладно, ульта BDD. Забрали Фейкера. Ну, пытался поддоджить. Так, на шорчика стартанули. Кире без ульты, 10к. Ну, здесь без шанса засилить, нет? Ульта Зикса. Так. Онеру больно. На шора пока стопнули. Фейкер дал ТП. Йоны погиб. Фейкер подходит в спину. Фейкера. Хорошо ультанул Пёсик. Там Деф стреляет. Забрали Орна. По Фейкеру дорабатывает Фейкер. Фейкер тоже умирать должен. Блин, если бы, кстати, Фейкер дал телепорт прям файт, мне кажется, они могли бы неплохо подраться. Но из-за того, что Фейкер прилетел за стену, пока он дошел до драки, там уже просто погибли все. Так, BDD третий слот взял. Там 4 предмета у Дефта еще в зоне появилось. Гума со шляпой. Унер так-то с ГА, 3 предмета. Но оставание все равно 10к слишком много. Так, Унер. Минус Джонни Дефта. Так.
Дев живет, раскайте, LBDD хорошо до гумы добрался, еще эквалайзер по донеру с Зиусом, прилетает Дев. Фейкер в бэклайне играет по BDD, Фейкера сожрали, Онера тоже сожрали. Минус 2, минус 3. Йосик. Чизить. Все, ну все, Зиус. Зиус тоже приехал, вейв забрать не смог. Тачанка жива. Надо подтанчить просто кому-нибудь и с тачанкой с этой заканчивать. Так, ну и что, у нас БУ-3 получается. БУ-3 за выход на ворот остается 1-1. Не знаю, Барт здесь вообще лишний был. GG's 1-1. Так, Тиван опять на синюю сторону возвращаются. И в первой карте они выбирали сторону, потому что они с верхней сетки упали. Ну что, поехали. Best of 3 до выход на ворот получается, чат. Best of 3. Оулейн, конечно, неплохой. У Тиван, Сиджа, Камила, Зигс, Барт, Талии с Глобалом. Мне не нравится Талии. Там одни мерки, сколько вы ее дают. Севир. Севир на Вифлир против Зигса. Есть и Вер в сетапе. Джакс в Камилу окей тоже. Не знаю, для меня выглядит как Кити. Лучше на драку. Куда Север вылезла? Север хороший ответ в Зигса, по идее, потому что она просто вейв-клирит все, что Зигс пытается пушить. Типа у тебя челы с Зигсом группятся, чтобы прокнуть вэшку, его там по туру топ играть и так далее. Север шотит вейв. И ты просто не даешь возможности как-то Зигса реализовать по-хорошему. Уже Север, Джак, Север должны аутскейлить. Так, перфект. Окей, нормально все. Что, файзить хотите? Перфект. По-моему, вы это не выигрываете. Перфект, маны мало. Ешки нету. Да надо просто вейв принять спокойно. Так, ну Кити стартанули, сидят в кустах своих. Слушай, Бирилл, куда? Далеко, нет? Бирилл сейчас умрет. Да фак, Бирилл. Ульта Зигса, пробили пёсика. Одну личинку Кити забрали, две должны отдавать. Куда Бирилл полетел? Они вроде нормально контролили все. Так, пёсик. Нашли Гуму. Гума. Гума умер. Флэш. Гума. Одна тычка. Гуму забрали на сайде. Соло остался вейв допушивать. Ну как так, Гума? Вышку отдал. Так, Гума идет в топ-сайт. Дев с телепортом на боте. Зиус-то без ТП. По идее, личинок тебе вам придется отдавать сейчас. Либо Зиус запушит бот и пешком пойдет, но он пока не планирует. Дев 3 колется, да, Дев ТП будет давать. Так, Онер. Подстанил Бирилл. Бирилла пробили в ответ, Фейкер. Фейкер сейчас умрет. Я не понял, Фейкер на шишке туда прыгнул или что произошло? Ну да, там шишка стоит, блядь. И он сам шишку эту нажал или что? Гума, ты чё, блядь? Гума, блядь! Зачем ты тыкнул эту шишку? Так, подресетил зутик. Просто пешочком сюда приходит и посейвит свой. Герольда ставит. Под вейв. Поехали. Фейкер отпушит бот пока. Так, Гума взрыв пакет отдал. Ну, там бы, кстати, не хватило дэмэджа по вышке пока. Фейкер на боте в турт забрал под шумок. Так что Тиван все равно с этого выигрывает.
Герои стукнули на миди, ибо тоже получили кири. Танчик накинул, там Зиус рядом. Перфект тоже пешком сюда пришел. Понер. Так, неплохо. Ну опять вы две ульты нажали, Гума с Кири, да ебаный в рот. Зиус Дефта в соло убил. Хорошо, минус Тиверн, минус Леона, минус 3. Третий дракон или на Шор? На Шор, го. Как же они два ульта одновременно нажимают на Зиксе с бордом? Это какой-то мем. Так, песик. Песик. Окей, песик живет. И один на миди тоже вскрыли там, после нашора. Вообще так-то 5 калит уже на 23-й. С этим нашором. Так, Фейкер с Сунером на сайде. Забирают и 2, пока там тройка кити в верхней части карты. Можно на мид подмываться, там Зикс. Там можно это 2 на миди забрать. Они все еще втроем здесь. Будут пытаться цеплять Зиуса, так это без шансов. Там еще и Барт страхует, если что. Минус Т2 на миде. Еще деньги. Так. Берил. С флеша вперед полетел. Берил умер просто. Ультимейт Сиджу отдал. Ух, ебать, там в деф-то прилетело дэмэджа. Так, а можно додайвить Зусик? Ой, это плохо было. Т2 на топе тоже забрали. Полетели за песиком. Зиус еще с ультой. Зусик поддоджит стан. Поймали перфекта. Подстанили. Хорошо. Зиус дальше по песику. Песик. Минус песик. Тут уже Берил встал. Иди пока живет. Ну, в этом и суть, Лерпост, почему драфт плохой. Потому что ты буквально первое, что ты пишешь о драфте Тиван, это работа по первому таргету и так далее. Когда справа Сивирса, сплошал дом и Верн, Джакс с Ешкой в левый драфт и Леона. Если Кити доскеливаются там, и в текущий момент было бы, не было преимущества 10 тысяч, они бы сейчас уже сильнее были. Потому что как раз таки их драфт просто хорошо против левого драфта работает. А ну, Тиван поймали темп. Так, Берил. О, Берил опять плохо. Берил опять умирает. Там еще дефта накинули, дефта цепанули, дефт флеш отдал, дефт живет. Кирия далеко что-то полетел. Тут еще Зиус рядом, закрыл песика. Песику больно, песику убьют точно. Перфект с флешом. Перфект флешаут, выпрыгнул Зиус, флеш стан по BDD. BDD тоже флеш отдал, дефта должны убить. Дефт без самонера. Онер хорошо подстанил BDD. Но это энд, кстати, даже без нашора. Еще один стомп получается. На синей стороне. Пока синяя сторона 3-0. Иван серию начинали на синей, так что вероятность, что они выиграют все игры на синей, довольно высокая. GG, 2-1 против Тиван. Че у нас? Кити на синий, Тиван на красный, Джины забанили. Зигса в итоге забанили. Потому что брали ответ в виде Джина, видимо. Смолдер Рамбл тоже в бане. Маакай отдали песику. Маакай для песика. И Попча для Берила. Опять Барт. Кирия сегодня жестко по борду угорает, да? И это кого ты показываешь. Так. Так. Хватит баловаться, Кири. Окей. Просто Браум. В итоге Аша Браум. Аша Браум норм. Браум хорош в левый драфт в целом. Талия под контроль есть. Под бурстик. Джаксончик в левый драфт смотрится. Ну вообще Джаксу тяжело играть. Макай, Грагас, Поппи. Ебать, игра для Джакса отвратительная.
Там сейчас дилдсы вообще не могут задавить мака и скопи в топ-сейде. Ну, Тиван тоже идут, или что? Нет, Тиван идут на редбаф, Унирн вводить хочет. О, сейчас, кстати, неприятность ситуация для пешика. Не, все-таки давить будут. Так, перфект. Стаки, игнайт, подконтролили, подстанили. Хорошо, легчайше, забирают для себя ФБ. Туры растанчили, песик подходит, песик здесь ничего не сделает. Кильчик для Гума еще. Плейту тоже взяли, Зиус подрался с дефтом. Тут Берил рядом. Но Зиуса, Зиуса давить не могут. Так, песик на боте. И BDD идет. Давить бот хотят. Фейкер сутой. Корни пошли, фейкер идет. Пульт МФ Кикерия подблочил. Гума жив пока. Гума все еще живет. Там деф танчит турет. Песик умрет. Победит доиграть. Флэшаут. Берил флэш. В итоге один в одного. Минус 4. Нет, минус 3 флэша, только песик с флэшом остался, но умер. За это только Гума самонерки нажал. Это вообще не в плюс для Кити. Так, Гума выбил кейс из эфта. Кирилл с Дутиком вдвоем на боте. Выкинули Браума. Хорошо, Берил. Правда, здесь ульта. Ой, Зиус на развороте еще дофлешился в Берил. И все еще жив в стаке. Песик флеш отдал. Фейкеру ТП сбил перфект. Личинок забрали, еще и на Дрейка успевают, Иван. Опять плохой дайв от Кити. Так, герои в итоге стартуют Кити. BDD. Хорошо, Унера пробили. Ульта пошла. Унера можно убить. Одно хп, Унер живет. Флэшаут. От ульты дефта, стрела, минус клинс, Гума. Да все, надо выходить. Повезло здесь Одеру нереально. Так, Герольда Кити забирают. Минутка до дракона еще. За кого из проигроков вышел бы замуж? За Фейкера, он самый богатый. Так, Фейкер. Фейкер! Не умирай. Слыша, нет уже Фейкер. Фейкер погиб. Так, Керри-то выйдет? Керри выйдет, у него есть еще флеш еще есть. Это вышка на топе для Кити. Надо бы Т2 кому-то поддефать на топе. Т1 на боте забирают. Приколятся с Карнер. По идее, с Браумом могут поддефать. Но он только с базы вышел. Вообще, Кири пол хп. Сейчас как бы Кирию не задавили. Не, все, стукнули. Перфект, комба, красота по Гуме какая. Гума пытается разыграть под дефту. Гума чуть-чуть не хватило урона. Но хорош перфект. Ты думаешь про Зверя, мне столько скин понравился, что хочу замыдить? Зверя веселый чемпик, чтобы играть на нем. Так, Берил. Что Берил тут делает? Берил умирает тут. Берил флэш. О! Бежать. Слэша доигрывает Керри, не отпускает такое. Там дефт без, без самонерок. Гума свой флэш подсейвил как раз таки. По идее, Джакс просто в соло МФ-ку может в тимфайте забрать. Если сможет до файта дойти при этом. Так, Зевс отпушил бот. Кити контролит позицию на Дрейке. Так, Зусик. Перфекта прогнали. Кири, ультимейт по Йончику. Там мисс позиции дефт. Зиус просто время выигрывает. Ульта хорошая, но блочит это все Кири. Бочка не самая удачная. Кири умрет. Гума даже в драку зайти нормально не мог. Он мисс позиции был. Плохой ингейдж. Зиус. Нашел BDD. BDD флэш. Зиус. Кушка. Зиус. No way. BDD вышел. Гума пытается еще как-то пропоукать. Песик BDD лоу. Кири 7 секунд. Так, Гума флэш. Не, все, вышли, Тиван.
Maybe look for some picks to set up for it. The damage is there to take down a Baron if you're on GG. GG. Так, поймали двоих. Подходит потихонечку сюда Онер с гумой. По пёсику на развороте. Зусик живет. Фейкер флеш отдал. Бочка по фейкеру. Фейкер умрет точно. Стрела летит. Гума опять в драку зайти не может. Но четверка выжила. Зиус с телепортом. На Шора, наверное, форсить идти не могут. Так, стрела. По пёсику. Гума стреляет. Но опять позиция плохая. Там фейкер зонит Берил. Зиус не может в драку зайти. Зиус дошел до дефта. Дефту больно. Минус клинс. Минус флэш. Да, хорошо. Зиус добрал дефта. Там доели, правда, фейкер. Но и перфект умрет. Два в одного. Тем вам файт выигрывает. Даблкил для Зиуса. Что-то подчейзить. Берил вроде вышел. Дракона стартует Тиван. Видит Берила. Берил. Берил потерялся. Кире. Да все, отпусти его. Отпусти и забудь. Третий дракон для Тиван. Дождался Зиус своего фланка наконец-то. Так, идти на Шора стартует. Дефт на флеш, гума на флеш. Ну не, ну это так. Чисто если бы на Вижене как-то подловили. Беди с QSS-ом. Деф тоже страшный. Так, но они опять форсят. Беди. Онер отсыпанул, ультанул Вонера сразу. Керри блочит весь проказ Дефта. Так, ну Онера забрали. Там Зиус в бэклайне, бочка хорошая. Зиус тоже умирать должен. И песик вышел. 5 в 3 будут стартить на Шора. BDD не хочет проигрывать вообще эту серию. BDD хочет на Worlds. Так, Берил на фланке. Там в спине еще Грагас. На Шора делают потихонечку. 10к. Ну не, ну Тиман это гибают. Кире, что делаем? 5к, все, да, на шорле KT. Последний на боте. 5к лид. Ну, 5к это уже солидно, там 3 предмета BDD, 3 предмета деф. Но по идее, если следующего на шорле Тиван проигрывают, то это точно 2-2. Если нормально подерутся, то могут еще камбэкнуть эту карту. Но тяжело. Так, фейкер, слыша, Берил цепляет хорошо. Так, фейкер пока живет. Там песик еще пришел. Стрела попала. Онер уже без ульты. Песик полетел далеко по туру. Песик. Слыша играет Онер. Песик живет. Зиус пришел с базы, телепорт не давал. Не, ну это просто килл на фейкере. Песик флешнул, Берил флешнул, Онер флешнул, Кирия флешнул. Так, на шорчах 15. И он без двух флешей, так же как и KT. Ну и позиции, и Vision опять, как обычно, KT здесь забраны. Фейкер добрал Рабадон. Кирия, куда? Кирия, ты на флеш, Кирия? Куда ты фейсчекаешь так? Ебать. Ладно. Эти могут на Шора форсить. То есть к сульту еще можно просто тернить. Онер, конечно, может попробовать в пит на Ешке заехать. Онер, но... Когда, если не сейчас, правильно? Онер? Блядь. Онер, я уже почти поверил в это. Но в итоге Онер умирает, Зиуса дочейзит. Я уже видел этот стил. Да, Зиуса стопнули, тоже Зиуса забрали. Так, стрела попала по песику. Погодите. Песик. Умрет или нет? Там гума встрял. Гума выфлешивается. Очень больно перфект устреляет. Так, Зусик. Дофлешивается за дефтом. Дефт но флеш. Хорошая жонь от Зиуса. Там BDD в бэклайне. Убил фейкера. BDD! К
Как же BDD керит KT Roster в этой карте? Они практически проиграли файт, но BDD в последний момент герой. Как же стиле раздает. 5-0-11 на Йончике отыгрывает. Ну и Онер тут ничего не дефает уже, да. Онер еще и добьют. Добить выживших. 6-0-11 Йончик. Полное было 5-5 карт. 2-2. Silver Scrapes Time. Поехали, пятая карта. Это может быть и как финальный матч этого состава Тиван, это может быть и как финальный матч Дефта вообще в карьере. 2-2, KT на красной стороне, Тиван на синей. В финале 22 года, когда Песик, Дефт и Берил играли против Тиван, по очереди выигрывали команды на синей стороне, и финальную карту забрали DRX на красный. Пока все повторяется и идет по этому же сценарию. Маакай бан со стороны Тиван. Минус Рамбл. Что будем делать с Йона, Тиван? Смолдер убрали. Зикс. Йончик. Йон ФП реально для фейкера. А может это для Зиуса ФП Йона будет? Но Йона отобрали. Все-таки Йона топ. И корки для фейкера. Кирия. Просто энгейдж добирать. Доп, спасибо за сабочку. Леона для Кирии. У нас, если что, напоминаю, Корки проиграл все игры, которые были в этом доп отборе. Там лустрик 9 или 10 карт подряд. Йона в Камилу. Ну да, и BDD просто на Тристане. Или? Ебать, BDD на ЛБ? ЛБ в левый драфт смотрится неплохо, на самом деле. Там еще и драфт такой сквишовый. Камила, Сиджуани, двоечка. Не знаю, мне драфт с KT, если честно, нравится больше, но очень сильно зависит от того, как топ-матча пойдет. Лучшее решение стрима на Worlds? Нет, скорее всего, кострима не будет. Worlds будет на ВК Play с картинкой, так же, как мы сейчас смотрим на Твиче. На Твиче будет стрим просто с таймером, как мы смотрим лек там и так далее. Ну, как мы и MSI тоже, в принципе, смотрели. Вот, плюс вся инфа, если что, будет всегда в телеге, на телегу подписывайтесь. Если что, у вас знак ТГ на английском, там ссылочка. Чат, вообще, сколько там не хватает в ТГ? В ТГ не хватает 150 человек, чтобы 10 тысяч пробить, чат. Подписывайтесь на ТГ, если кто-то из вас не подписан. Срочно. У нас свап. Перфекта чутка пробивают. Вообще, заигнайтили Перфекта. И Перфект отсюда уходит. У нас свап 0.5 KT. И BDD тоже биты. Нормально, керри здесь фейкером вдвоем накидали. Там вроде вейв большой тоже гума подводит, так что топеры плюс-минус ивен должны быть. Берил. Тут керри рядом. Фейкер левел 2, BDD левел 3. Цепочка по керри. Керри далеко полетел, но капает Берил. Керри, но флеш. Все, разошлись. Так, Зиус, там песик идет. Песик на вижене был. Ой, Зиус поддоджил стан. Шестой левел взял, его закрыли. Зиус умер. Там стаки. Зиус, одно хп. Да, доедает Перфект США. Но Зиус пытался шестой себе дофармить, на шестом выйти на ульте, но его Перфект просто закрыл. ФБ для KT. Перфекту линию восстановили, учитывая, что эрли у него не очень хорошо пошло. И гильчик получил, и ПКС-у камбэкнул. Так, Кирия, минус Крис Дефта, выбили флеш из Берила, выход на поклон. Ой, по Берилу попал. Не, ладно, здесь Дефт уже прикроет. Хорошо, плейту снимают на боте Тиван. Вейв запушат. На боте приятное давление. Так, Перфект с ультой опять. Могут сыграть по Зиусу. Тут песик. Драка пошла. Перфект без мана остается, правда. Зиус.
Ульт его задоджили, приходит Онер. Ну и по Перфекту не доиграть. Блин, если бы Зиус цепанул Перфекту ультой, они бы еще Перфекту убили. Просто у Тивана особо нету опции играть против ЛБ и Камилы в тимфайтах, если они хороший фланг находят, закрывают там и так далее. Так, идти одну личинку подъели. Одну Онер тоже должен засмайтить. 4 в 4, МФ-ка первая двигается. Онер, они дают засмайтить пока. Так, вторая личинка для Кити. И у песика смайт откатывается. Онер. Забрал Онер. Так, комбат Берила. Берил без флеша. Там BDD пробил фейкера. Цепочка. Посыпал двоих. Онер. Хорошо залетает Зиус. BDD живет пока. Там убили Онера. Берил дефает от Зиуса очень... Очень неплохо. Кирия. Кирия на цепочке. Флэш есть. Кирия не флэшает пока. Кирия. Кирия умер. Два килла для KT. И ничего Тиван здесь не получили. Берил очень много сделал за дефл. Но, не знаю, BDD страшно то, что килл получил. BDD в потоке. Цепочки все летят на ЛБ тоже. Так, Зиус. Закрыли Зиуса. Тут песик. Зиус, ультимейт, его подстанили, флешаут, хорошо вышел от ульты песика. Окей, Зиус живет, тут выход на поклон. Дефта цепануть не смогли, слипа еще у Унера не было. Так, что-то один забрали. Ты один забрали, ТП идет. Там ТП в спину от BDD. Кирия, BDD подзонил, перфект, флеш отдал, перфект умрет. Или, no way, он на Ешке вышел. Ульта Кирии мимо, BDD тоже живет. Фейкер, Валькирия вперед, BDD вышел. И это просто килл для Кити опять. Но вышка Тиван забрали, ФБ тур это есть. Как же выжили сейчас Perfect с BDD? Блять, вы опять про статик разгоняете? Серьезно, в сетапе, где у Гумы есть Корки, Лилия и Йоны, вы разгоняете про то, что Гума идет в билд со статиком и у него не будет дэмэджа? Пощадите. Пощадите. Как же вы ебались до Гумы сегодня, это кошмар. Кирия. Нашли Берила. Там по Зиусу Перфект играет. Закрыл Зиуса. Слип от Онера. Пытаются доиграть по Перфекту. Забрали Зиус в размен. Тут BDD рядом. Кирия. Ну, Кирия мисс позиции, но флеш. Фейкер бот пушит. Телепорта нет у BDD. Фейкер может Т2 на боте забрать. Если Т2 заберет, это гуд. Он, по идее, заберет, там 4 личинки. Да, Фейкер Т2 забирает. Типа, Кити получают киллы, но Тиван просто лучше по карте играют. Они больше объектов получают для себя. Так что у них все еще окей. Опять хотят Зиуса давить. Песик на боте. Никого рядом нет. Фейкер, не знаю, СТП или нет. Зиус. Зиус ультит вейв. Просто хочет пачку забрать, но его все равно задавят. Хотя, кушка неплохая, но флеша нету, перефлешивает. Песик. Так, танчит тур, песик. Разменивается Зиус в итоге. И вышка на топе Тиван забирают. Опять Тиван больше получает на карте. Один в одного размена, у них вышка. Онер ставит Герольда на мид. Герольда стукнет. Берил, может сыграть по Лилии, но кап, хорошо. Забрали Онера. Но Онер очень тупо залез в этого Герольда. Онер умирает. ТП на бот Фейкера, задефы турет. Нахуй ты залез в Герольда, Онер. Там BDD идет. Его видели на вижене. Зиус сразу отходит. Так, Тиван в Т2 на топе сейчас пойдут втроем. По Берилу Кири ультит. Ну, пробили Берила. Берил ультимейт отдал. ТП BDD. Поддефать свою Т2 на топе. Фейкер. Цепочка. Больно. Там песик рядом. Фейкер. Фейкер. Флэш. Вышел. Ну, можно было, конечно, просто выйти, когда ты ТП видишь, Фейкер. Тогда бы флэш не потерял. Так. Турет на топе Кити додушили. Кирия ультанул Сиджу. Там подходит Джин. Подстанил еще. Песик флэш.
Идет ТП от Йоны. Зиус вышел на Ешке. Песик ультанул. Кири. Дальше смотрим. Онер. Выход. Ой, хорошая ульта от МФ-очки. Ну, выслышали. Зиус флеш отдал. Выход на поклон. Подслипали. Хорошо, Зиус ультраих. И привез с собой Перфекта. И Перфекта забрали. Там цепанули BDD, BDD в руте, BDD в руте, BDD в руте, BDD в руте. Онер. Добить BDD. Берил умер. Минус 3. Дефт минус клинс, минус флеш. Но дефта добьют точно. Там на шор живой. Минус 4 поезда Тиван, на шор на карте. Ебать, Зиус ультанул и привез с собой Перфекта. Т2 на топе еще гумы забирает. Куча денег для Тиван. 5000 лид минимум. Гума? Не, ну вообще, 7000 преимущества на 27-й. Почти 4 предмета джин. Но Тиван уже, скорее всего, не могут это поиграть. И должны на Ворс выходить все-таки, чат. А, на самом деле, если KT один файт выиграют, они снимут все вышки, и там фулл камбэк будет. Но преимущество по золоту огромное. По вероятности, что KT еще могут вот это все золото получить, но крайне мало. Тиван почти это выиграли. Тут только ошибка Тиван какая-то критическая может помешать им это выиграть. Снимаю проклятие, 100 тысяч донат. Так, Кире. На развороте. Берил поддоджил пока. Под Кире флэш. Берил очень больно от Джина. Слип, онер. Пока не слипает. Кире полетел вперед, Берил вышел. О, Гумы заснайпил. Поймали песика, даблкил для Гумы. Дальше. Доигрывают хорошо по BDD, минус 3. Фейкер летит за дефтом. Вообще дефт без флеша был, можно было прям упороться в него. Поехали. Забираем сторону. 20 секунд до песика, 30 до BDD. Будут эндить пытаться? Будут эндить пытаться, фейкер. Стреляет по дефту, Перфект умрет. Так, Перфект пока подкайтил, выжил. Минус 4 раз. Пошел ультимейт от дефта. Дефт пытается отпушить. Как-то спасти Нексус. Но KT проигрывает, и Тиван все-таки выходит на Worlds. Все-таки мы увидим Тиван на чемпионате мира. Додушили пятую карту. Зиус на Йона фирменном. И джинчик от Гумы. Тиван едет на чемпионат мира. Возможно, мы с вами лицезрели последний матч дефта в карьере. Не уверен, что он продолжит играть в следующем сезоне. И это заканчивается поражением от фейкера для дефта.